Всем добрый вечер, друзья, на моей кухне. Все, провела ревизию. Боже, сегодня опять почти весь день ушел. Во, сколько считать теперь? 3 тетради. Работы на 2 дня еще хватит. Так, друзья. У меня кончается хлебушек, завтра на обед может не хватить. Я пришла с ревизии, быстренько поставила, отдохнула немножко, поставила хлеб. Так, вот сейчас опущу разочек. Поставила побольше. Почему побольше? Хочу сделать все-таки беляши. Помните, я хотела неделю назад, и все так мне было некогда. Ну, думаю, сегодня, раз есть компотик, достала фарш, вот растаял, добавила лук, чеснок, перец, соль. Так, сейчас размешаю. На обед у нас лапша была вчерашняя, как бы Сергей говорит, не хочу ничего на ужин, давай просто беляши покушаем. А я разморозила рыбку, форельки, кусочек вот такой. Некрасивый, неказистый. Хотела сделать с макаронами. Маша мне купила сливочки 10% сходила. Думаю, на ужин так быстренько сделаю. Ну, раз не хотят, тогда завтра на обед. Завтра на обед это сделаю. Тоже вкусное блюдо. Друзья, посмотрите завтра. Кто не видел, я уже готовила. Шеф-повар один дал по телевизору, я как-то записалась, с той поры делаю. Просто, но так вкусно. Можно даже с горбуши. Так, у меня останется, естественно, фарш. Завтра можно голубцы, что ли, накрутить. У меня лежит на балконе уже листья готовые, ошпаренные. Так что можно сделать и голубцы или котлеты что-нибудь. Так, сейчас... О, фарш уже отошел весь хорошо. Пока туда-сюда ходила. Вот беляши люблю либо с молочком, либо с компотиком. Компотик сегодня победил. Все, ничего, солить не умею. То не досолю, то пересолю. Знаете почему? Потому что 17 лет пельменный цех, 17 лет все по весу делала. Знаю, что на килограмм фарша надо 16 грамм соли. А тут что-то лень было взвешивать. Недосол вроде. Когда недосолен, это невкусно. Теряется. Чуть-чуть посолим. Ой, друзья, у меня теперь выходные неделю. Ура! А потом неделю вообще беспробудно буду работать. Я, друзья, не делаю никогда жидкое тесто на беляши. Вот не умею просто. Как вот жидко делают. Конечно, беляши у них получаются такие воздушные. Но я не умею. Даже вот Сергей, если покупает где-то беляши в кафешке, там, ну, он редко только вот у знакомой, в Уйске, берет и сразу говорит, это, говорит, не твои. Тесто жиденькое. Я вот как на хлеб, чтобы не прилипало к рукам и не забиваю вроде бы. Жирненькое, хорошенький фарш. Так, все, сейчас начинаем стряпать. У нас есть лосятинка еще, огурчики,
кому не хватит. Так, это пусть поднимается пока. Где-то у меня пельменное тесто лежит еще. Надо достать. Маша-то у нас чебуреки любитель. Беляши не любит. Говорит, что беляши жирные. Попискивает прям тесто. Когда попискивает, признак отличного теста. Как всегда, нос чешется. Завтра хочу сходить в зубной. Опять мне на прием надо. И посмотреть какой-нибудь себе фартучек купить свеженький. А то все в одном да в одном. Какой-нибудь красивый. Хотя можно самой бы шить. Машинка есть. Но я вот не люблю шить. Я лучше что-нибудь испеку. Ой, да что ты нос чешешь-то, господи. А, у отца моего день рождения во вторник. Пойдем поздравлять его. Завтра надо подарок купить. Знаете, что хочу ему купить? Хочу купить сапоги резиновые. Туда стельки такие. Даже они не резиновые. Вот сейчас вот галашишки вот всех в деревнях ходят. Сапожки вот такие. Как они... полиуретановые, что ли, что-то такое. Мы ему дарили как-то 2 года назад. Он из них не вылазил. В них даже зимой тепло. Стельки покупаем такие войлочные, туда вставляем. И ноги не мокнут. Даже в снегу. У меня вот у Сергея такие, у меня сапожки. Ой, лишнего. Завтра базар не работает. Надо во вторник с утра сходить. А вечером сказали маме: мама, мы придем. Готов пельмешки. Она налепляет свеженькие прямо, и мы варим свежие. Вкусно. Папа вам стихи почитает свои, собственные. Так что, даст Бог, посидим. Вот что и нос и чешется. Ну вот так я буду ляпать треугольные. Не умею круглые. Мне круглые кажется, что вот здесь вот много теста, как закрутишь. Лучше вот такие. Друзья, еще на следующей неделе надо настряпать. Вот увидела треугольные. Вот такие пельмешки с рыбкой. Мне на день рождения. Я делала к Новому году вообще на ура. Все ушло у нас. У меня горбуша. Я купила брюшки семги. Прям брюшки такие жирненькие. Добавлю туда эти брюшки. Будет, я думаю, вообще вкусненько. Пять. 11 бедашиков. Так. Формочки под хлеб приготовлю.
Сегодня хочу чеснок замочить в воду и полить цветочки еще так. Вы мне посоветовали. Вторая орхидея так и не набирает цвет. Сидит упорно. Тесточка тут. Так, тарелочку какую-то надо приготовить и застелить салфеткой бумажной. Посолила ведь масло перед тем, как печь. Говорят, не будет брызгать. Теперь хлебушек раскладываем. Все, сейчас прикрою полотенцем. Пусть растаивается. Ну все, беляши готовы. Сейчас слегка остынут. Хлебушек тоже поднимается. Маша даже вот лепешку попросила, отрезала прямо отсюда. Я же говорю, она не любит беляши. Испеки мне лепешечку. Ну, было бы сказано. Что, тебя сильно поджарить? Или бледную? Еще чуть-чуть можно добавить. Это же не беляшики. Попробую. Пока Сергей по телефону разговаривает. Сочные. Все припеклось. Я под конец закрывала чуть-чуть крышкой, прям на 2 минутки. Слегка не досолила. Ну нормально, хоть не пересолила. Да? Я пересолила. Пересолила, потому что я масло солила, а вот оно впиталось. Масло посолила, думала, что не будет брызгать. Все равно все забрызгало. Все сейчас мыть. На сегодня прощаюсь уже с вами. Все. Будем кушать, ужинать. Встретимся завтра. Пока.